Приветствую вас! С вами Наталья. Сегодня будем готовить на зиму вкусные помидоры с луком. На 3-литровую банку нам потребуется 1,5 кг помидор, возможно чуть больше, 120 г сахара, 100 мл уксуса 9%, 60 г соли, 3 средние луковицы. Из специй я буду добавлять немного зерен горчицы, немного перца горошком, 3 гвоздики, лавровый лист и острый красный перец. Вначале все специи укладываем на дно банки. Затем примерно четвертую часть банки заполняем помидорами. Сверху помидор выкладываем слой лука, нарезанного кольцами. Таким образом заполняем банку доверху. Слой томатов, слой лука. Вот так выглядят заполненные банки. И теперь мы будем заливать их кипятком. Прикрываем банки стерильными крышками и оставляем на 10 минут, чтобы помидоры хорошо прогрелись. Через 10 минут сливаем воду со всех банок и ставим ее кипятить. Тем временем в каждую банку добавляем соль, сахар и уксус. Рассол доводим до кипения, разливаем в банки и закатываем под металлическую крышку. Переворачиваем банки крышками вниз, проверяем, чтобы на дне не оставался сахар. Укрываем одеялом до полного охлаждения. Дорогие друзья, если вам понравился этот рецепт, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на мой видеоканал, смотрите другие заготовки на зиму. С вами была Наталья. До скорых встреч!